Зеленый потупил тоже. Моя миллиардная попытка начать снимать влог. Я все думала, ты скажешь, моя миллиардерша. Моя миллиардерша? Ну это скажем через несколько лет, ладно? Да. Короче, я вчера смотрю рилсы, и там был рилс, типа, первый и второй человек, который у вас в отметках, сделают вас богатыми. И первый человек — это мой, типа, бренд, а второй — это ты. Это знак! Кто знает, где туалет? Сегодня мы снимаем сниппет Pornstar. Белая — это тыква? Да. Ты гонишь. Поближе руку. А ручку позвонить кому? Особенный момент. Сегодня я получила сообщение о том, что 20 числа я могу идти в визовый центр Испании для продления моей визы. Сегодня же я осознала, что я не хочу оставлять здесь. С одной стороны, конечно, я держусь за эту квартиру, за это место. Она для меня за это время столько всего начала значить. И так я обустроила здесь моей энергией. Здесь все осознанно. Но сейчас вы поймете, о чем я говорю. Покажу вам. С другой стороны, нельзя держаться за какие-то места, потому что тогда не придет новое. Это место будет занято чем-то, и нужно в себе взращивать вот это умение отпускать, с легкостью отпускать, с доверием отпускать, с доверием, потому что там лучше знают, там вас любят, и мы здесь порой действуем с точки зрения эго, всякой низменной хуйни, а там есть путь нашей души, высокий путь, самый лучший для нас путь. У меня сейчас такой момент, что, видимо, я как чувствовала, что это мое такое последнее свидание с этой квартирой, с этим местом. Сейчас буду плакать. Ну, реально, я понимаю, что нужно отпускать. И лететь в новое. Я чувствую это всеми фибрами своей души. И это сейчас лучшее время. Я дала этому месту свою энергию, свою силу, все, что я могла дать. И мы дали друг другу. Вот. Но нужно отпускать. Это моя первая квартира. В 22-м году я переехала в нее. Именно первая, где я одна. Что я одна впервые снимаю квартиру, живу в квартире одна. Это такая взятие ответственности за себя все больше и больше и больше, что приводит к невероятным результатам. Все здесь пропитано моей энергией. Все это так, знаете, естественно создалось само по себе. Но при этом это создала я. И это тоже создала я и Бог. На самом деле обожаю. Обожаю этот вид из окна. Еще самое интересное, что вот эти вот дома, блядь, да реально, это просто все невероятно. Я снималась, у меня была просто съемка, чисто просто съемка вот на этой парковке около этих домов несколько лет назад. И я такая говорю девочкам, я буду тут жить. Я хочу здесь жить.
Мы снимали тогда, как оказалось, обложку на трек со мной, хотя тогда это еще не была съемка для обложки, тогда это просто была съемка, у меня так часто бывает. А потом я решила, что все, эти фотографии будут на обложке. И как же символично, что я тогда сказала, что я буду здесь жить, что я хочу здесь жить. И буквально проходит время, я реально здесь живу. Это моя первая квартира. И этот дом, вот эти вот три высотки, их спроектировали, вдохновляясь музыкантом. Я не помню точно кем, чтобы не соврать, но это тоже все очень супер символично, в общем, вышло. И здесь везде по всему периметру расставлены такие фигурки музыкантов, виолончелистов, пианистов, и просто все пропитано вот этой творческой атмосферой. Ну, удивительно. Удивительно! Это мой диван заслуженный. Меня иногда, знаете, бесило этот момент, что, блин, типа, вот, хочется спать на кровати, качество сна, все такое. Потом я думаю, блин, наоборот, вот хорошо, что здесь у меня режим. Я вовремя просыпаюсь. В 10:22 я себе запланировала. Меньше спишь, больше будет всего полезного. И, в общем, в итоге этот диван, в общем, знаете, все, что меня бесило, теперь вызывает у меня супер умиление. То, что меня могли видеть вот так вот из окна в окно, тоже есть в этом какой-то уют. Как я здесь все расставила, книги. Да, красота, красота, красота. Это такой коридор, чемодан, с которым я уже путешествовала один раз. Сейчас буду еще путешествовать. Вот это путешествие, ну, то тоже особенное путешествие было, но это... В общем, здесь у меня такая вот высотка из коробок. Сколько я себе хотела сумку Дизель, в итоге мне досталась... Уникальная в своем роде сумка Дизель, винтажная. Собственно, туалет. Обожаю, обожаю вот эту подсветку. Просто невероятно. Это мне Аня подарила на день рождения, на 22-летие. В этой, кстати, квартире тоже первый раз. О, как красивый свет. Первый раз друзья собрались меня поздравить. Они приехали на 12:00. И какой-то тоже такой особенный был момент. До этого в жизни никогда меня так не собирались поздравить друзья именно в нули. Тут я обычно всегда ставлю стул, на него полотенце кладу, комп, вернее, ноутбук. Здесь у меня ванна. Так и живем. Серьезное настроение. Это я. Я, конечно, МС заебы жесткий. Чтобы вы понимали просто, как выглядит на данный момент. Все вот это вот, все, что мне сейчас придется разбирать, собирать, убирать. И причем завтра уже у меня рейс. Я типа начала, но на самом деле это... Ой, я в трусах. На самом деле это, конечно, hard level. Hard level! Ставьте сердечко все те, кто собирается в последний момент. Жесть, просто жесть! Я все собрала. Уже все вещи забрали. С моими вещами ездит моя лучшая подруга Настя. Я пока что сейчас буду убираться на квартире. Цветы с 8 марта.
Вот это вот все я чувствую, я уже оставлю здесь. Это я, это зеркало, которое все засрано. О, господи. Трэш. Сегодня был просто какой-то трэш. Но мы справились. Я долетела до Стамбула. Первый пункт пройден. Я в Стамбуле. Вот мой багаж, вот она я. Настроение прекрасное, на самом деле, насколько я была выжата все это время последнее в Москве. И как у меня вот просто, знаете, меня прям атаковала энергия просто даже в аэропорту. Вот это ощущение правильных интуитивных решений. Такие маленькие улочки в Стамбуле. Просто едем, я чувствую напряжение водителя, который пытается как-то пролизнуть. А я тем временем еду к ребятам. К моим ребятам. Сейчас узнаете, к кому я еду. Прошлый раз, когда я летела в Барсу, я... Почему я смотрю, блядь, на себя? Ну, любуюсь. Прошлый раз, когда я летела... Решила сейчас об этом рассказать. Да, самый подходящий момент. Ладно, потом. А это влог? Это влог. Попытки, вернее. Реально, в этот раз я решила, блядь, не сидеть всю пересадку ночью, встретиться с ребятами. Слушай, ну такая возможность выпадает. Такая возможность выпадает, реально. Ну, короче, мы не виделись долго. Очень. Долго. Снова. А вот это точно, нет? Да. Заебись. Да хуя мы не виделись, ребята. Скоро выходит у нас трек. 8 утра, я знаю, как мне забыть все те слова, что ты говорил, эй. Ты говорил гей. Гей. Вау. Итак, мы потерялись в Стамбуле. Нет, ладно, на самом деле... Боже, мне так страшно держать телефон. Копы везде, ребят, осторожно. Копы! На каждом углу. Сейчас Рамадан. Мы хотим выпить немножечко алкоголя. Чуть-чуть. А, поэтому мы едем в другую часть города, где есть бары. Три алкаша. Ищет наживу, блядь. Такая тусовка. Так, ты еще ничего не говорил. Водитель отменил заказ, он просто услышал вообще наши крики и развернулся тут же. Но не суть, ребята. Стамбул — это наш город. Их город. Привет, вот с вами Сэнси Чиллер. Сегодня мы с вами покажем самые классные ночные места. Значит... Ты издеваешься чисто свой город. Они нашли пиво. Ситуация. Мало того, здесь еще моллюски. Это что-то мини? Похоже на мини, да. А дайте я буду первым, кто рискует. Кто-то рискует, а это у нас всегда мужчина. Все, они сырые. Look at that, I'ma eat that. А что? Чем-то? Это рис, что ли? Это рис. Да. Так, мне нравится лицо Саши в этот момент. Я давай, да. Потом с тобой. Давай, да, окей. За вас, за нас и за Харбас. Я жду посадку на самолет. Я безумно устала. Мне кажется, я поспала где-то 2 часа, что мы с ребятами болтали. Потом были песнопения, которые я слышала, очень громкие. И в итоге я заснула на 2 часа, но благо хоть чуть-чуть поспала. И рада то, что в итоге доехала до ребят, мы увиделись. Я первый раз, кстати, вообще в жизни гуляла по Стамбулу. Именно по городу, по центру, вообще в целом по городу, как будто первый раз в Стамбуле гуляла нормально. В общем, держимся. Следующий кадр уже будет в Барселоне. Третий день, как я нахожусь в Барселоне. Полет просто замечательный. У меня наконец-таки... У меня уже даже по-другому, понимаете, глаза горят. Душа расцветает. Солнце, море. Я когда море увидела, я заплакала почти. Вот у меня реально просто слезы на глазах навернулись. Я не была на море несколько лет. Я человек, понимаете, вот... Мне эта стихия невероятно нужна для того, чтобы... дышать полной грудью, наполняться и получать какое-то вот это вот новые потоки мысли, новые потоки вдохновения. Я в кайфе. Даже снимать пока не особо много хочется. Вот за 3 дня пока ничего вам не сняла. Буду делать просто как чувствую, без цели. Я, знаете, я поняла за это время реально все последнее... Мое там нахождение в Москве, оно было настолько уже в измученном, выжатом состоянии, и это было прям вот на грани выгорания, но об этом мы с вами еще попозже поговорим. И как
только когда я зашла в аэропорт, я уж не говорю о том, что когда я уже вышла из него, я почувствовала вот это вот облегчение, вот это вот правильное решение. Очень-очень рада. Я первый раз вышла сама одна прогуляться. До этого я постоянно была с друзьями. Осваиваем территории. Так себя комфортно здесь чувствую. Вот это я себя ловлю на мысли уже не первый раз, что это единственное место из всех, где я была, куда приезжаешь, и у меня точно есть вот это чувство, что мне здесь комфортно было бы жить, что я бы смогла здесь жить. До этого у меня вообще ни разу, вот где бы я ни была, ни разу ни в одном месте не было такого ощущения. Все равно, как бы круто ни было, все равно рано или поздно начинает хотеться домой. Тут у меня впервые чувство, что мне не захочется домой вообще. Сходили потренироваться. В кои-то веки, получается, я прилетела в среду, в прошлую. Сейчас уже понедельник. Это первая моя попытка потренироваться за все дни. Но можно себя уже похвалить за то, что я хотя бы попыталась. И потренировалась почти час. Подруга дней моих суровых. Голубка ясная. Ой. Господи, спасибо за прекрасного человека, моего бестика, моего лучшего друга. Пакеты, еще и пакеты мне носят. Господи Иисусе Христе. Знали бы, что я делал. Нет, почему ты не сказал, блин? Не, люблю, обожаю, целую, ни за что никому не отдам. Все. Только что сгоняли в Кондис. Кондис — это супермаркет. Здесь самый распространенный, такая сеть по всему городу. И вот такой вот пакетик вкусняшек вышел на 30 евро. Это где-то 2 с чем-то на наши. Сейчас покажу, что там было, что я взяла. Лот номер 1. Салат с тунцом. Здесь просто все понакидано. Клетчатка. В общем, все самое необходимое. Вот в таком вот бочоночке. 3 евро где-то стоит. Я взяла попробовать такой чили кон карне. И, конечно же, в придачу начосы. Это просто отвал башки. Я обожаю этот сырок, и вот он продается только в Европе. И я, когда приехала, первым делом я начала искать вот этот сыр. Очень-очень люблю. Витаминная водичка, кстати, вот мне было интересно сравнить, отличается ли здесь она по цене от России, потому что я брала ее в Москве постоянно, очень ее люблю, но что-то так и не увидела цену. H2O история. Кстати, EP-шка выходит на следующей неделе. Уже на следующей неделе выходит EP H2O, который должен был выйти очень-очень давно. Но я его отложила, потому что вышел трек ниже, который заполонил все мое пространство. Энергия. То, что мне нужно, это смузи, манзана, гуарана. Короче, разные витамины. И вот такая вот витаминная смузяшка. Очень люблю в перерывах между едой, самое то. Я взяла попробовать пюрешка, как будто бы какая-то фруктовая, я так, честно говоря, не разобралась, что это такое, но выглядит так, будто бы персика, грушево, яблочно-банановая какая-то пюре. Здесь две такие штучки, если хочется сладости, потому что меня уже что-то за все эти дни, я очень много съела снеков, очень много съела шоколадок и всякой прочей хуйни, что я уже устала, мне хочется чего-то более такого. Здорово! Далее я взяла попробовать еще вот такой вот суп. Их очень много разновидностей. Если мне понравится, я думаю, что я буду эту темку хватать часто, потому что я люблю всякие такие крем-супы. Этот со спаржей и с хамоном. Вот такой вот. Стоит вообще, кстати, 1,99, по-моему. Рамен такой вот. Далее тоже, не знаю, мне захотелось взять попробовать соевое мясо. Это типа курица. Я помню, я ела в детстве, и мне очень нравилось вот такое соевое мясо. У меня бабушка постоянно в пост готовила что-то такое. И вот оно выглядит прям так же, как из детства. Я думаю, что мне должно понравиться. Артишоки маринованные. Люблю. Взяла несколько, что это такое, не знаю, как слива, наверное. Что-то такое. И кока-колка без сахара. Я вообще не могу сказать, что я, кстати, фанат кока-колы, но иногда
иногда прям так хочется. И вот когда хочется чего-то такого выпить, какого-нибудь сушничка, как правило, это либо у меня чай, либо кока-кола. Так что нужно припасти на всякий случай. Получается, вот такой вот набор у нас вышел на тридцаточку. Облог! Что ты там увидел? Можно вопросик? Сам себе. Маленький пирожочек. Маленький пирожочек. Нет! А вот и нет, поймала! Поймала! Нет. Маленького преступника. Нет. Малышкина, ну нельзя. Ну нельзя. Ну что мы хотим? Все, взломать, сломать, да? Взломать, сломать, прорваться? Жопкинс. У нас сегодня тренировка под руководством чуткого тренера. Вот он. Завтра выходит эпишка H2O. Сегодня я гоняла к Тае, позанимались спортом. И я прошлась от их дома до нашего. Это где-то час ходьбы. Но здесь идешь и абсолютно не замечаешь, как пролетает время. Настолько все красиво, настолько залипательно. В каком-то потоке просто передвигаешься. И реально просто время прошло незаметно. Ноги, правда, немножко гудят. Но интересный был у меня путь. Пока что реально походы я снимаю только дома вот здесь, вот и так периодически на улице. Думаю, что со следующей недели я уже больше буду ходить в разные интересные места, чтобы вам как-то еще рассказывать, да, а то я пока что в целом только гуляю, просто кайфую, и хочется на самом деле посмотреть и достопримечательности некоторые, съездить на смотровую площадку. В общем, планчики имеются. Завтра ушки на ватрушке, хотел сказать. Ушки на ватрушке. И слушаем. Слушаем Лелис. Вчера у меня было просто ужасное. Ну, никак не ужасное настроение, я бы сказала, такое, знаете, волнами какими-то. Но я вчера прям поплакала, на меня просто снизошло какое-то лютое начало месячных. Здесь, кстати говоря, дают выходные дни. Интересный факт. Выходные дни, 3 дня месячных у девушек, у женщин есть, чтобы просто отдохнуть, чтобы они не работали с этими скачущими гормонами. Это гениально, друзья. И я что-то вчера, но у меня еще через несколько месяцев день рождения, мне кажется, у меня начинает уже немножко штормить. Вчера на меня прям, знаете, снизошла какой-то груз. Я почувствовала, что вот, хочется какое-то новое дыхание уже наконец в карьере, в плане любви, в плане работы, хочется какой-то отдачи больше, хочется этого, хочется того, хочется всего. Короче, устала, заебалась, вот, и пока что привыкаю к тому, чтобы отдохнуть. При этом, знаете, вот это ощущение того, что когда ты себе долго не позволял отдыхать, и ты как будто бы, у тебя все равно внутри какое-то противостояние того, что, типа, одна твоя сторона, которая говорит, нет, все равно нужно делать что-то полезное, срочно, мы же проебемся, мы же ничего не успеем, и другая, которая говорит, господи, да отъебись ты уже от себя, просто выдохни, просто дай себе пожить. Вчера, в общем, меня прибило так немножко к берегу. Ну и сегодня уже все супер. Спорт, медитации, прогулки, ходьба — все это реально всегда поднимает нас с колен. Гляньте, какая красота. Я забежала на бокальчик просекко в перерыве между маникюром. Мне, кстати, сделали идеальный маникюр. Салон, подпишу название, чисто русскоговорящий. Все разговаривают на русском, и просто идеально. Обожаю, когда много зелени. Я вообще себе хочу в квартире просто сад, чтобы, вот, знаете, на стенах были цветы, зелень. Сделали мне просто идеальный маникюр. И пока мне делали маникюр, ко мне подходит девушка и такая говорит, Лиза, давайте мы вам сделаем еще укладку. И там полностью русскоговорящий салон. Парень, Миша,
как только мне начинает мыть голову, он такой говорит: «А я знаю твою музыку, трек «Вода» просто супер». И мне было так приятно, что даже здесь, в Барселоне, вот так вот мне Бог подкидывает людей, которые убеждают меня в том, что происходит все правильно, лишний раз. Но на самом деле лишним никогда не бывает этот раз. И оказалось то, что он мне писал еще 2 года назад, когда я была в Москве, а в итоге мы с ним встретились здесь случайным образом. И вот он мне сделал укладку. Зашла прогуляться в парке. Сейчас иду ужинать с Ли, с девочкой, с которой мы тоже буквально случайным образом, я сегодня ей написала, увидела то, что она в Барселоне. Мы ни разу еще не гуляли, не встречались, и вообще, можно сказать, не знакомы толком нормально. И сегодня будем проводить время вместе. Я всегда интуитивно очень-очень легко выбираю людей и почти всегда попадаю в цель. Оказывается, что эти люди мои, что мне с ними очень комфортно, и что наша встреча всегда не просто так происходит. Такой красивый парк. Зашла рядом с салоном. Сколько здесь сирени. Такие домики. Очень красиво. Пришла в местечко Рабата. Это японская кухня, я здесь еще ни разу не ела никакие суши, роллы, сашими, а уже очень хочется, у меня прям уже просит моя душа, мое сердечко, я обожаю роллы, обожаю вообще японскую, азиатскую кухню, всю азиатскую кухню, и пришла пробовать, дадим потом рецензию. Такое вот местечко, такое вот меню, что у нас тут по ценам, сашими. Лосось 9 евро, макис, роллы, вино. Тая привела меня в какой-то невероятно красивый парк, но это секретное место, и мы вам не скажем, где оно находится. Но здесь просто невероятно красиво. Что за красота? И это что за красота? Такая маленькая здесь. Я все эти дни говорила о том, что я очень сильно хочу лосось с овощами. И мы с Таей как раз готовили лосось с овощами дома. Но я также хотела где-то просто посидеть, выпить бокальчик, поесть вот так вот все. И мы нашли какое-то очень классное место. Это уже другой парк. И здесь вот такая вот красивая история. 16 евро такая тарелка, здесь и авокадо, и картошка, овощи, лосось. И очень красиво. Куэдия тан хермосо. Что вы скажете о Барселоне? Пару слов. Михаил, Наталья, пару слов о Барселоне, быстро. Тачдаун полный. Тачдаун полный. Дорогой дневник, дорогой видеоблог. Ой, вы упали. Возвращаю вас на место. В общем-то, этот влог был такой вводный. Я просто снимала все подряд и смонтировала. Я очень давно не монтировала, кстати говоря. Надеюсь, мои навыки монтажа не сильно потеряны. Сегодня у нас суббота. Вторую неделю я здесь, получается, или вторую, уже третью. Я уже потеряла со счета. И сейчас буду медитировать. Здесь свеча. Пало Санто. Помедитирую. Позанимаюсь сегодня, думаю, йогой, растяжкой. Вчера у меня была силовая на ягодице. Сейчас треню по своему курсу вперемешку просто с видео на ютубе. Как пойдет. Но хочу сейчас оставить только свою программу, потому что по ней мне как будто комфортнее всего заниматься. Как-то все структурировано. Я как будто, вы знаете, сделала то, чего мне как раз-таки не хватало, потому что где-то мне не хватало прокачки пресса, где-то мне не хватало прокачки ягодиц, где-то еще чего-то. Здесь мне хватает всего. И такое приятное сознание, что вот есть какой-то такой продукт, по которому я могу тренить в любом месте, просто имея коврик и вообще хуй не дуть. И еще насчет чего задумалась, что
очень важно иметь какие-то вот такие вот ритуалы, какие-то даже вот я, например, беру с собой всегда Palo Santo в поездке, беру свой блокнотик в поездке, у меня должна была быть всегда свечка, где бы я ни находилась. То есть какие-то вот такие вот ништячки, которые вас возвращают, дают вам ощущение дома, возвращают вас к себе, и вот, вот это вот чувство, что вы можете где угодно просто расстелить коврик, разложить, позаниматься, вернуться в свое тело, где угодно, там, на полу хоть где угодно просто посидеть, в наушниках 5 минут, вернуться тоже внутрь себя, помедитировать, и вот это все настолько налаживает связь с собой и делает вам комфортно абсолютно в любых вообще, в любом месте, где бы вы только не были. И вот это вот чувство дома внутри — это самое главное, что может быть. Считаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим этот влог. Не буду делать больших перерывов. Пишите, как вам обязательно. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на каналчик. И желаю вам прекрасного дня.